Join me or die. Баланар. Night Stalker. Баланар был одним из элитных дредлордов перед падением Пылающего Легиона. Теперь, с исчезновением Пылающего Легиона, он живет, нападая на деревни и устраивая засады своим злейшим врагам, ночным эльфам. Он использует силу Луны, которая делает его в 1000 раз сильнее после захода Солнца. Своей силой Баланар способен даже затмить Солнце, превращая день в ночь во время рассвета его сил. С его появлением даже в самые храбрые сердца прокрадывается ужас, равного которому нет. Хорошо. Ох, найс. Просто идеальный купол. Отлично. Дизарм кину. На. Отлично. Всем здарова, дорогие друзья! Да, наконец-таки, сегодня гайд на Баланара, а это значит, что сегодня мы узнаем, почему же у него есть крылья, а он ходит пешком, почему у нас тут Войд замедляет на 2 секунды вместо 4, почему Фир идет не так долго, как мы хотим, ну и, конечно же, узнаем, насколько он силен ночью и чем полезен наш ультимейт. Друзья, сегодняшний гайд будет очень аппетитный, поэтому обязательно досмотрите его до конца и, конечно же, пожелаю приятного просмотра. Поехали! Преимущественно используется, в каких моментах. Прикольно, у него хвостик такой. Блин, какая классная моделька. Я вообще кайфую с этого героя тем, что у него офигенная моделька. Это просто вампирус такой злостный. Что ж, друзья, да, интересный вопрос. Почему же Баланар у нас не может летать в первой доте? Ребят, во второй доте он уже летал, его уже переделывали. Это было классно, у него пассивка прожималась на разочек. Он взмывал на секунды 2, по-моему, 2 или 4 секунды. Взмывал в небо, пролетал. И был, это было, блин, просто реально топово. Но в первой доте почему такое невозможно? Потому что патч еще не пришел, к сожалению. Это айкап, друзья, к сожалению. Не хотят немного вот доделывать персонажей. Прям вот когда вот он летал, это было реально круто. Но надеюсь, на вопрос, почему он не летает, я ответил. Потому что еще рано, друзья, еще не научился. А так, в принципе, вопрос хороший. Ладно, все, друзья, начинаем. Не буду вас томить. Поехали теорию, а потом мощную практику. Фью. Итак, друзья, что ж, начнем мы сегодняшний гайд немного нестандартно, начнем с небольших нюансов, которые касаются данного персонажа, так как этот персонаж у нас силен ночью, соответственно, днем он немного ослаблен, посмотрите на его обзор, посмотрите вот этот дневной обзор, вы сейчас видите, как он видит днем, если я подведу CM-ку, CM-ка, то есть смотрит днем намного лучше, смотрите, вот она смотрит до сюда, и, конечно же, это первый минус Баланара в том, что днем он, как минимум, просаживается своим дневным зрением, посмотрите, его просто нету, а у CM-ки он, конечно же, этот обзор намного больше. Это первый минус, который есть на данном персонаже днем. Но так как наш персонаж, в принципе, славится тем, что он ночью просто нереальный убийца, конечно же, тогда приступаем уже к разбору способностей. Первая способность на нашем персонаже — это Войд. Войд у нас, мы уже прокачали его, хоткей В, нажимаем кнопочку, и такое у нас появляется таргетное применение. Мы можем юзать на оппонентов, можно на крипов, можно на Рошана, можно на каких-то лесных крипов, но в основном это применение идет, конечно же, в лучших случаях на героя, потому что данная способность имеет несколько плюшечек. Давайте разберем эти плюшки, по уровням прокачки чуть-чуть позже поговорим, а сейчас сначала применим данную способность на оппонентов. Конкретно на вот эту вот цемочку, так сказать, безмятежную. Смотрите, дальность применения этой способности 525 единиц. Баланар подходит, делает такой эффект. Блин, вы просто посмотрите, какой классный эффект. Неужели вам не нравятся вот эти варкрафтовские эффекты? Посмотрите. Боже, как он это классно делает. Я не знаю, я прям кайфую, когда вижу эту анимацию. И что ж, самое прикольное, что у нас у этой способности есть, это микростанчик. А микростан, как правило, сбивает у нас ТПшки. Это первая, такая сказать, фишка применения данной способности. Вот такой микростанчик идет, и дальше накладывается замедление. Замедление после того, как у нас персонаж подвергнулся этой теме, идет на 2 секунды.
Процент замедления у нас таков. 50% movement speed и 50% скорости атаки. Очень прикольный спел. Длительность ночи у нас будет побольше, будет 4 секунды. Но это мы отдельно будем разбирать уже на третьей способности и посмотрим, так сказать, как это работает. По уровням прокачки у нас тут все просто на данном персонаже. Посмотрите. 90, 160, 255 и 335 урона будет наносить данная способность. КД 8 секунд и монокосты 80, 90, 100 и 110 маны. Очень нравится мне монокост на первом левеле, потому что помогает нам даже на линии немножко, если мы не можем ластхитить и у нас мана полная, мы можем хотя бы деда забрать 1-2 раза с первого нюка, и это сильно по мане нам не ударит. Это не зазорно, это все, так сказать, для того, чтобы выйти в лучшие артефакты и, конечно, потом душить лица. Ну и, ребят, так как это таргетная способность, конечно, она блокируется линкой, она наносит дэмэдж магический, и поэтому не работает на БКБшных юнитов. Замедление можно это развеять. В принципе, по данной способности это все. Рассказал, что есть мини-стан, рассказал, что есть у нас тут замедление, которое ночью дольше, а днем 2 секунды. Также рассказал о монокостах и, конечно же, по дэмэджу. В принципе, это все. Поехали на следующую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Crippling Fear. Fear у нас имеет хоткей F. Нажимаем F. Монокост у нас всегда 50 маны. Давайте сразу, наверное, поговорим о том, что делает эта способность, а потом пробежимся кратенько по уровням прокачки, что у нас улучшается. Смотрите, дальность применения этой способности 500 единиц. Закидываем на нашего оппонента. Эту способность также можно на крипов, на кого угодно вешать, в принципе, но не профитно. В профите, конечно же, на героев. Эта способность не дамажит. Фу, значит, качать не буду. Нет. На самом деле, эта способность очень полезная. Но у нее тут есть несколько граней. Днем и ночью, как и на первой, в принципе, способности. Дальность применения 500, я уже повторяюсь. И, конечно же, что у нас происходит в этой способности. Когда на оппоненте висит вот такой вот фир, он дает 50% промах данному персонажу. Он боится, промахивается, не попадает, начинает в панике. И, конечно же, он не может произносить заклинание. То есть, это такой сайленс, который идет по уровням прокачки 5, 6, 7 и 8 секунд. КД 12 и монокост 50 маны. Длительность ночью и днем разная, друзья. Днем длительность 3 секунды и шанс промахнуться днем 10%, к сожалению. Днем эта способность вообще слабая-слабая. А ночью, шанс промаха 50% и длительность ночью 5, 6, 7 и 8 секунд. Очень-очень-очень простенько, друзья. Ну, я, наверное, вставлю тут табличку, чтобы вы не запутались, что ночью и днем эта способность имеет разные применения, так сказать. На первой способности, если все просто, что замедление у нас просто вместо 4 2 секунды, то тут немного посложнее. Тут фир уже 10% и, конечно же, длительность 3 секунды. А ночью, у нас уже все посерьезнее. 8 секунд длительности и 50% промахов. Это реально круто. Друзья, в общем, по этой способности все. Поехали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это, конечно же, Охотник в ночи. Что эта способность делает у нас? Тут просто достаточно посмотреть по уровням прокачки. На первом уровне 20% movement speed и 45% attack speed. На втором 25% movement speed, 60% attack speed. На третьем 30% movement speed, 75% attack speed. И на четвертом 35% movement speed и 90% attack speed будет иметь наш персонаж, когда будет наступать ночь. Данная способность очень сильно бустит нашего персонажа. Да и, в принципе, наш персонаж, он очень сильно будет забущен, когда будет ночь. Друзья, эта способность не выключается. Эта способность имеет у нас пассивное применение. Мы ее прокачиваем. Появился такой, видели, маленький статусик, микростатус. И, конечно же, если мы пропишем время позднее, Баланар у нас становится вот таким вот. Смотрите, у него руки такие вот становятся какие-то темные, магические. Ну, пропишем время обычно, и, к сожалению, этот бонус пропадает. Еще раз пропишем ночь, и вот так вот у нас Баланар становится вот таким вот. Он немного быстрее, такой прикольный темненький эффектик, и реально это круто. Ну, я уже говорил, что он не отключается, эта способность, это у нас пассивка, но и тем не менее Silver Edge не отключает. У иллюзий есть у нас Movement Speed, но нету Attack Speed, бонуса вот этого. Ну и, в принципе, это все об этой способности, просто наш персонаж начинает быть, так сказать, более опасным. Ну и, конечно же, по первой и второй способности. Так как у нас первая способность замедляла днем
намного меньше, чем ночью, на 2 секунды, то ночью эта способность будет у нас замедлять 4 секунды. Это очень-очень-очень много. Ну и эфир, конечно же, будет ночью идти намного дольше. И промахи будут намного сильнее. Поэтому Баланар как бы ночью считается очень опасным гангером. И в принципе, я считаю, что это очень-очень сильный такой герой, который может просто на четвертых позициях уничтожать всю карту. Реально полезный герой, друзья. И, ну, по третьей способности это все. Обзор первых мы также во время третьей способности сделали. Ну, хоткей у нас G, ну не знаю, я по хоткей эту способность лично не прокачиваю, но на вкус и цвет, как говорится, карандаши разные. Друзья, поехали далее на ультимейт. Я вам расскажу сейчас много интересных фишек с ультом. Поехали. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Darkness. Darkness — это у нас способность, которая имеет хоткей R. И эта способность, что у нас делает, я вам сейчас расскажу. Во-первых, все вы, наверное, замечали вот тут вот такое вот табло. Это именно шкала игрового времени, которая показывает, когда у нас день, а когда у нас ночь. Конкретно сейчас идет еще ночь, ночь будет до 6 утра, и это очень хорошо для Баланара. И смотрите, как у нас это работает. По нажатию одной кнопочки по хоткей R у нас ночь начинает продолжаться. То есть днем мы можем вызвать ночь, и во время ночи мы также можем вызвать ночь. Конкретно вызыванием вот этой вот непроглядной тьмы мы останавливаем время именно в определенном промежутке. То есть смотрите, если, допустим, вот такая вот глубокая ночь, мы нажимаем, у нас происходит такой эффект, и вот тут вот так вот все замораживается, становится фиолетовым, и длительность данной способности будет у нас 50 секунд. При этом по уровням прокачки у нас улучшается КД. 160, 120 и 80 секунд становится у нас калдаун данной способности. То есть почти постоянно можно держать ночь в ночи, но там будет все равно такой просветик небольшой, благодаря которому ночь все равно будет по чуть двигаться. При этом Баланар, как тут написано, на 25% уменьшает обзор всего, а именно вардов и строений и героев. Но, к сожалению, это работает немного не так. Тут немножко нужно будет нам подождать, чтобы я вам показал, в чем тема. В общем-то, Баланар становится очень сильным, когда нажимает свою кнопку. В принципе, он просто призывает свою ночь для того, чтобы быстро бегать и с первым спеллом наносить очень много урона и очень хорошо замедлять. Также вы, наверное, могли заметить, друзья, что наш Баланар ночью видит намного лучше. Он видит так, как основно, так как все герои видят днем, но он также видит ночью. Давайте пропишем дневной вижен. Смотрите, тайм 6, и посмотрите, как у него днем все плохо. Смотрите, уменьшается вижен, уменьшается, оп, и уменьшился. Днем он намного хуже видит, чем ночью. Ну и давайте пропишем опять ночь, чтобы у нас персонаж видел лучше. Я вам просто показываю, что его вижен возрастает ночью, поэтому этот персонаж считается ночным персонажем, таким же, как и Сларк. Некоторые спрашивают, а что это значит, Азиз? Я не понимаю. Вот вам ответ. Друзья, ну и что ж, сейчас я хочу посмотреть, работает ли это так, как должно работать. Если мы заюзаем на, так сказать, на Баланаре, на вражеском, то, по идее, ночь должна примениться на меня. И сможет ли тут ЦМ-ка, так сказать, поглотиться в ночь? Давайте посмотрим. Минус тайм прописываем, чтобы у нас время упало в ночь. Смотрим, у ЦМ-ки уходит здесь вижен, она начинает бояться. И, конечно же, так как говорится, что на 25% снижает вижен, к сожалению, это нифига не так, друзья. Это не работает. Варды также видят. Все так же абсолютно работает, как и работало раньше. К сожалению, эта фишка почему-то здесь не работает на уменьшение вижена именно вардов и строений. На героях я не могу это, к сожалению, проверить. Возможно, и считается, что ночь накладывается именно основным Баланаром, но я еще соло протещу и думаю, дам конкретный ответ уже на геймплей. Так, ну что ж, друзья, проверим мы сейчас насчет вижена. Включаем ночь. Я хочу увидеть, как ЦМ-ка видит ночью максимально вот по эти грани. Ага, хорошо. И сейчас я заюзаю на Баланаре, на enemy Баланаре. Заюзаю, конечно же, ультимейт и посмотрю, что у нас поменяется. Я думаю, ничего не поменяется, мы также будем видеть. Хотя видеть должны на 25% меньше. Сгущается у нас ночь. Нет, и ЦМ-ка также видит. К сожалению, это не работает у нас в первой доте. Я не понимаю, почему тогда это написано. Ведь ночью я вижу так же абсолютно, как и, в принципе, ночью видел. Только ночью Баланара именно я
я вижу так же, как и должен видеть ночью. Вот это, если честно, мне нифига не понятно. А во второй доте это все работает. При этом еще и варды, обзор вардов также не увеличивает. Когда вы видели, я тестил именно второго Балнара здесь ставил, тогда тоже вард вот здесь стоял, вижен не уменьшал. К сожалению, это не работает, друзья. Ну и в принципе все. Ну и, конечно же, вот такая вот у нас, друзья, способность. Время замирает, и мы начинаем быстро бегать. При этом еще на нашем персонаже есть еще одна фишка, которой мы можем пользоваться. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Итак, друзья, заспавнил я у нас вот тут вот луну, и сейчас я вам покажу одну фишку, которой можно пользоваться в игре. Луна, как вы знаете, когда призывает свой ультимейт, также выключает день и замораживает его на некоторое время, а именно на время действия ультимейта. И, конечно же, она также может останавливать и ночь, но нам сам интересен эффект днем. Нажимаем мы ультимейт на луне, и у нас у Балнара активируется пассивка, и Балнар может пользоваться этим временем. Это реально прикольная фишка, это такое, так сказать, дополнение к нашему ультимейту. Ну и когда, к сожалению, возвращается день, наш Балнар теряет снова силу. Это очень-очень-очень прикольно. Друзья, ну и в общем, по нашему персонажу это все. Я думаю, осталось только поговорить по Аганиму. Давайте сейчас перейдем к Аганиму, а потом уже, в принципе, пойдем на жесткий геймплей. Поехали. Итак, друзья, что ж, поднимаем мы наш Аганим и смотрим, что у нас меняется. Нифига, у нас тут вижен какой-то появился, но мне больше интересен вот этот эффект. Вы посмотрите, какие летучие мышки вокруг нас летают. Это очень прикольно. Ну и что ж, наш персонаж начинает видеть ночью как ходячий вард. В радиусе 1800 единиц он видит вот так вот все. Посмотрите, прям реально неистовый обзор. Ему пофиг, рошпит это или нет. И, конечно же, мы можем вот так вот передвигаться по карте и видеть, кто где фармит. К сожалению, больше плюшек нету с Аганима, но этого прям достаточно, чтобы ночью увидеть, кто где фармит, так сказать, и задушить. Этот персонаж у нас становится таким навигатором для файта, то есть он может увидеть очень много то, что не должны видеть герои, конечно же, и это реально круто. Ему все равно, лоу-граунды, хай-граунды, нижние точки, то есть вот это ему все равно. Вот так вот у нас Аганим на нашем персонаже, друзья. Ну и что ж, перейдем уже, наверное, непосредственно к геймплею. Теорию я вам рассказал, считаю, что более чем вам должен быть этот герой понятен. Ночью он очень сильное замедление, очень сильный урон. При этом еще и можно отправлять в бесконечный сайленс, ну как бесконечный, 8 секунд. И, конечно же, бить и бегать ночью намного быстрее. Ну и ночью видеть просто нереальное количество обзора. Вот так вот. Блин, ну это реально круто, я не знаю. Ну и, конечно же, останавливать время. Друзья, пожелаю всем приятного просмотра. И я думаю, сейчас мы будем собираться героем этим. Соберемся разочек в керри и в одну фановую тему, но которая тоже не менее будет интересная. Друзья, поехали. Так, друзья, ну что ж, начинаем очередную каточку нашу. Балнар — это просто машина. Я вам просто отвечаю. Балнар — это просто машина. Как мы будем собирать этого героя и на что нам лучше всего, так сказать, опираться, я вам сейчас, конечно же, поведаю о данном персонаже. Так, загрузилась у нас карта. Центр Леосе. Пойдем через центральную линию в этой катке, друзья. Пикаем сразу Энесса. Что у нас боится Балнар? Балнар боится некролайтов всяких там, Найксов, Урс. Но как на нас есть контрпик, так и на них есть контрпик. Если мы успеваем дать сайленс, то, к сожалению, все, они ничего не могут сделать. Все зависит от прямоты наших рук. Так, покупаем две гантельки, чтобы быть сильнее, конечно же. И берем вот такой вот затар. Идем в центральную линию, выфармливаем себе урну, ПТ-шку, орбочку берем обязательно. Идем душить. Как раскачаться, я вам подскажу. Друзья, на что нам опираться, когда играем в дотку? Смотрите, нифига там, смотрите, ники. Пепси 0.1.12, Пепси 0.1.11. Фига там какой-то стак попался мне. Причем это ТБшка, друзья. Прикольно. Смотрите, видите этот кружок золотистый? Это значит, что сейчас день. И вот эти точечки. Это значит, что день сейчас продолжается. И сейчас идет вот денек. И как только время начинает меняться, тут точки начинают заполняться. Каждая половина вот этих вот точечек — это 2 минуты игрового времени. Не игрового, а реального времени. Так что, друзья, смотрите. Вот так вот у нас. Один день у нас равняется 4 минуты. Получается так, если вот тут вот точечки стоят вот здесь посередине, значит, через 2 минуты будет уже ночь. Это нам будет помогать, так сказать, определять, когда у нас уже будет все, так сказать, в ночных ситуациях. Так что, друзья, вот такая вот история. Ждем. С 4 минуты начинаем хорошенько, агрессивненько
работать. Придется дазл душить, потому что дазл будет кресты раскидывать. Но и дазл очень уязвимый против нас. Очень уязвимый тем, что он не сможет ничего сделать в сайленсе. Ну и Войд очень сильный пик такой героя. И Кунка тоже будет очень сильно напрягать. Но я думаю, перекроем все. Будем выходить здесь в late game. А пока все. Поехали руну забирать. Постараемся руну забрать. Куру, плиз. Куру. Куру, плс. Мужчины. Мы победим. Yes. Мы yes победим. Стони Гианта берут пласт пиком, ну, парень не знает, что брать. БКБшку не хочу тут делать, но походу придется БКБшку делать, потому что взяли Тини. Оп, ударчик. Оп. Оп, хорошо, это еще и ФБшка сейчас будет, что ли? Not bad, сразу берем сапожок. ВП. Молодец. Так сказать, моя ошибка переросла в их ошибку. Ганг превратился в ганг. Что ж, начинаем. Душить центральную. Дедочка сразу оставляем. Чтобы не добить вот этого крипа, да. Раскачиваем. Третий. Третий, как 83-й карте, уже тут не работает. То есть мы не можем временно забуститься так очень быстренько. Это плохо, конечно же. Но ничего страшного. Поддушиваем крипчиков, постараемся Тинику меньше крипов дать, чтобы потом на пятом левеле его просто убить на четвертой минутке игры. Чтобы было бы у нас все good. Так, отлично, добили хоть одного крипа, уже минус экспириенс пацану. Оп. Оп, хорошо, минус еще крипчик повелся, парень. Оп, еще минус крипчик, хорошо. Эх, надо было переагрить раньше, чтобы он дал тычку, я подошел, добил. Тоже такая ситуация прикольная. Так, хорошо, сейчас сразу урну сделаем. Будем через урну, конечно, тут играть. Раскачиваем, так, 1, 2, 3, друзья. Чтобы был у нас и сайленс. Вдруг к нам придет роумер, а мы сало не дадим. И будем раками. А так нехарасиво, нехарасиво. Тини прям не видит крипов у меня тут, если честно. Ой, я тоже крипа не увидел. Вот, хорошо. Остается нам рецепт. Ах ты, Тини. Ляша делает. Оп, рецепт остается нам. Ой, я контроль потерял. Ой-ой-ой, не добил. Еще раз раскачиваю, я третий. Узнаете потом почему. Потому что я люблю двигаться в дотке. Я такой подвижный игрок. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Если вот этих сейчас крипов добиваем, то хорошо. Оп. Тини тоже ласт хитит. А он еще и топорик, нифига себе. Думаю, почему так дэмэджа много? Не надо меня откидывать. Вращенец. Давайте вот здесь вот дождемся. Сейчас чуть-чуть остается пару крипочек. Скоро будет ночь. Остается меньше 2 минут. Остается минутка, друзья. Уже будет ночка. И Тинику будет тут не сладко. Хорошо, есть у нас орба. C5 левел. Не. Не, брат, спасибо. Хорошо, забираем. Ничего страшного, что мы добиваем вот так вот с нюка со своего. У меня еще есть манка. Мы ее сейчас заюзаем, и сейчас скоро будет ночь уже. Маны нам должно хватить. Аккуратно, не будем сейчас так подставляться. Дайте мне куру, я же на себя направлял. Ага, все, закидывает, он допер, что надо сбить. Допер, что надо сбить, но ничего. У нас монокосты маленькие, 50 и 90 маны. Сейчас 50 и 80 даже. Будем душить сейчас. Чем его там пришло? Соул. Неожиданно. И приятно. Все, сейчас будет ночь. 5 левел. Хорошо. И сразу можно будет напасть на него, я думаю, заберем. У него армора нет. Я его буду очень больно бить. То сейчас 4 минут, 2 секунды. Все, поехало дело. Все, пассивочка включилась.
механика игры пошла. Можно сейчас 6 левел взять. Ультануть еще. Ультануть. Ага, вижу дазла. Гоу, это наш прожочек. Угу. Догоню, догоню. Оп, отлично. Первый фражочек есть. Тиник внизу, сори за СС. Сейчас пойдем на низ, ребятки. Сори. Сори, я думал, он на руну. Пойдем внизу ПТшку сейчас купим. Если кого-нибудь встретим по пути, будет очень хорошо. О, тут кунка у нас еще не отошел. Гоу. Тини в кустах. Тини в кустах. Вижу. Преследую. Сало даю. Сработала у него задача. Но я заберу его все равно. Его тоже заберем, я думаю. Зачем же ты меня блочишь-то? Зачем он меня заблочил? Я все равно заберу его. Я так думаю. Главное замедлить. Все. Хилимся. Раскачиваем четвертый и побежали просто. Мы очень быстрые. Четвертый. Ой, в четвертый. Третий. В четыре. Тини. Приветствую вас, товарищ. Я мог его, наверное, убить, но не уверен, что маны хватит или нет. Давайте тут постоим. Не уверен. ПТ-шечка на базе. Урочку таскают. О, привет. Хилимся. Руну не буду забирать. Засало его просто убью, этого парня, все. Отлично. Давайте на центральную. Пол армлета у нас есть уже, ждем тогда, ладно. Урну, ой, урну. Наверное, ботл не будем брать, чтобы урны юзать. Урны, тьфу, твою мать. Я уже, ребят, сорян, просто... Играю, по-моему, седьмую игру на Баланаре. Все катки такие изи, и никакого интереса нету. Что, блин... Как бы уже подустал в этом плане. Ура там чё? Уру жду. Уру жду. Так, скоро ночь будет у меня. У сульта, я заюзаю ее. По КД можно юзать ночь. Это не будет плохим таким моментом. Когда идет ночь, можно ночь юзать, юзать, юзать. И все будет хорошо, друзья. Не считаю, что это плохо. Но когда ночь уже будет заканчиваться, то тогда желательно ульт уже не юзать. Если у вас еще большой КД. Для того, чтобы у вас была возможность в случае чего гангануть другую линию, использовав свой ультимейт. Это очень, так сказать, такой момент. Обузим ПТ-шку, друзья. Пробузили ПТ-шку, дали сало, дали все кнопки. Пойдемте Тиника убьем, наверное. Оп. Все, вот так вот. Замедлим. ПТ на силу, потому что сейчас будет прокаст. Отойти. Эх, не отошел. И тем не менее, задушил он меня прокастом. О. Мы можем. Еще. Отлично. Ох, не блочь, не блочь. Оп, хорошо. Что там у него по мане? Четвертый левел еще. Можем задушить. Хорошо. А, умрет. Спрокаст будет. Нет. Жесть. Заигрались мы тут. Все, урну кинул, я ухожу. 30 хп. Он левел апнул Джага, да? Не умрет. Ладно. Ну все, погнали на базу. Неплохо погангали. Есть армлет. У нас сейчас с армлетом будем творить вещи. За первую ночь армлет, ПТ и урна. Это очень круто, друзья. Честно, не скрою, друзья, играю уже седьмую игру на Баланаре. Все игры очень легкие, я не знаю. Я уже ИРЛ ставлю и смотрю, чтобы, блин, ни ливеров, ничего не было такого. И все равно игры очень легкие, очень скучные получаются. ИРЛ ставлю, блин, реально не помогает. Но ночью пишу, тем не менее, игры. Потому что ночью, ну, блин,
вот в час ночи еще есть время после стрима, чтобы сыграть каточку, так сказать. Сыграть каточку и, конечно же, сделать для вас качественный интересный контент. Уже пишу несколько дней гайд на Баланара, поэтому вот так вот. Но ничего страшного, справимся. Сейчас ночь уже заканчивается, уже чуть-чуть осталось, у нас осталось меньше, чем минута по времени. Даже еще меньше, уже же время сбилось, потому что я ночь юзал. И все, нам только ориентироваться по вот этим кружочкам. Сколько еще будет ночи и по времени. 6 утра, это уже рассвет, конечно же. Все, ультимейт я юзать не буду. Будем сейчас аккуратно стоять на своей линии, подфармливать крипочков. И за первую ночь 10 фрагов, это, конечно же, очень круто, я считаю. Как бы время 10 минута, 10 фрагов, это очень много. Дальше что будем делать, спросите вы? Ну, наверное, будем выходить что-нибудь такое имбалансное, типа лотар, конечно же. Да, имбалансный лотар, это имба, друзья, да. Лотар, это имба. Бедный Дазлик, я для него просто сущий кошмар, потому что он не сможет ничего сделать. Слушайте, а у них там еще леснички вроде? Нет, лесничков нету. Давайте прогуляемся. Блин, ну сейчас меня тут видно. Я вот тут подхожу, меня тут видно уже. Наверное, не будем боковать сильно. Подождем АФК, пофармим. В случае чего, сделаем ТП-шку, завязаем ульт. И, так сказать, совершим правосудие. Блин, там артретки слова. Ну, ничего страшного. Пока стоим. Ага, Тини. Убивает там. Фармим, фармим, друзья. Пока просто фармим. Пуджа транквила, не вижу смысла ему кидать урну, поэтому стоим фарм дальше. Хочу лотар сделать. Очень хочу. С лотаром будет классно. И next катку мы пойдем уже сыграем через, так сказать, Октарин и Аганим. Это будет очень круто, друзья. А пока стоим фармим. Пока стоим фармим. Убивает там Джаггера. Ну, убьют они его. У него есть ульт, почему он его не вязает? Уже вышел, там было время закастовать вроде ульт. Хорошо. Ждем. Будет хорошо, если за этот день выфармлю лотерс себе. Ля, там душат как. Смотрите, я бегу помогать. Я бегу помогать. Я бегу помогать. Дазл вот сюда ушел, да. Но я догоню его. У меня еще много времени. Много времени. Да, наверх ушел, но я его здесь встречу. Все сделаю, по тавр даже зайду. Хоть бы раз пришел мидил. Пришел, бро. Ча день. Смысла нет, брат. Пойдем дальше на свою исходную. Выфармливаем лотар и будет все пушкой. Подгангали днем. Возвращаемся на свою исходную. И ждем еще 2 минуты до начала ночи. И начинается наша игра снова. Балнар такой, знаете, кочующий корабль такой. С одной бухты в другую бухту. Что, прости? Что Хинази себе позволяет? Что он несет, да? Я несу гадость. Ой-ой-ой, Дазл пришел. Ой, не душите, ребят. Сало дам ему. Пусть хоть 10%, но... Хоть какой-то промах. Есть еще армлет у меня. Ой, да хватит башить. Ой, еще и ульт, но не пожалели. Надо было ему попытаться что-то дать хотя бы. Ля, задушили в наглую. И жесть, сколько денег я потерял. 1200 было. Сейчас будет ночь, я им так покажу. Ну, с чая вам покажу. И Джага ульт нажал. То на Пуджа, когда надо было, не нажал, а на меня нажал. Ну, ничего страшного. Молодцы, пацаны. Задушили. Войд. Надо было, наверное... Ну, драться тоже. Дазл, видите, откидывает крест и все. Да, я бы Войда там не убил, к сожалению. В любом случае, Войда бы я там не убил. Тини Даггер. Тини Даггер. Умрет. Сейчас снайпер. Умрет. Опа, ТП-шимся.
Сейчас ночь будет уже. Уже видите, солнце заходит уже. Скоро, скоро Баланар проснется. И нам нужен Лотар к этому времени. Дазан, несмотря на то, что у него игра не сильно идет, но он делает свое дело, кресты раскидывает, этого достаточно, в принципе. Этого достаточно. Все, ночь, окей, юзаем свою, ночь, побежали. ПТ ставим так. Кто там у нас Дазан? Кого первого убьем? Бля, успел накинуть. О, боже, какое замедло, да? Тини, плохо. Бежать надо. От Тини надо бежать. Я его могу, я могу забашиться об него просто и все. Ух ты. Боже, как я еще живу? Хорошо. Постоим тут, почилим. Стой. Свинтусы, а? Свинтусы. Как я его сразу тут не убил? Но я не думал. Я еще думал, власть или нет, потому что Тини по-любому тут рядом. Сейчас есть Лотарся. Ну, такое. Такое, конечно, ошибка, безусловно. Жадность, ошибка. Но я думал, можно было сейчас тут... Ну, и там прокат Тини, видите, тоже. Очень сильные кнопки. Тяжело, тяжело. Сейчас Silver Age сделаем, Тини будем фокусить. Все будет пушечно. Даже Тини, видите, такой герой. Две кнопки нажал. Вообще, самый легкий герой в доте это Тини. Две кнопки нажимаешь, катку выигрываешь. Ладно, не суть. Сейчас покупаем Лотар Сейдж. Сделаем Сильвер и будем душить Тини. Будет все пушечно. У меня такой хохолок петушины на голове был смешной. Let's go. Все. ТПшечка есть. Ночь продолжается. Мы должны выгангать сейчас как минимум еще один слот. На 3000 золота как минимум. Оп, ночь. Отлично. Поехали. Ищем, ищем, ищем. Мы найтсталкеры. Ищем. В лес сначала зайдем. Пробежимся в лесочке. Нам идут трое. Хорошо. СФ, пуш, блин, я побегаю. Я побегаю. Кто-то в лесу таки был. Парни стоят. Опа, первая цель. Первая цель. Соло умерла. Так, Угракс. Сильверуху за эту ночь надо доделать все же. Опа, вторая цель. ПТ на силу. Не успел я армлет включить. Не успел я. Все, надо вардить, ребят. Тини запарил. Две кнопки жать. А, жесть, меня бесит Тини вообще. Как, на него без матов не накричать, на этого персонажа. Просто чел просто стоит сзади. Блин, ну это жестко, реально. Это две кнопки. Ладно, я сам виноват, что армлет не включил. Тут незачем винить героя, который просто нажимает две кнопки и все. У меня тоже три кнопки. И ничего страшного. Но армлет я не включил, не понимаю почему. Ведь вроде нажал. Ну да ладно. Третий раз сфидели. Окей, мы топ-фидеры на карте, да? А, не, снайпер. А, не, этот вон. Ладно. Все, сейчас будем более аккуратно играть. Надо завардиться вообще. Если у нас будут варды, я буду видеть передвижение Тини. И смогу рассчитывать, могу ли я убивать или не могу. Серьезно. Let's go. Побежали. Побежали. Сейчас с бэкстеба пол лица снимем. Ну да, зло убьем сначала, конечно же. Стой. Хорошо. Пунку не трогаем. Сейчас так заберем. Там уже, наверное, бежит чувачок. На Тини. Урну накинем, уходим в Лотар, все. У него сейчас будет спадать хитпоинт, и он умрет от урны.
Все просто. Отлично. Отлично. Задушил я их. Так, Огоракс, у меня есть сильвер тем временем. Хорошо. Хорошо. Че, на базу, друзья, идем? Наверное, на базу надо сходить. И Тиника надо искать. Я так думаю, там уже сейчас будет у Тими что-нибудь типа Лотара. Что-то типа Лотара. Агрессивная игра, мне нравится. Она такая оживленная, я люблю такие игры. Так, Дазлик. Ну, Дазл молодец. Прям, мне нравится, что он до сих пор держится. Так, да, есть уже Лотар Сейдж. Это хорошо. Берем, значит, мы Дасты, ТП-шечку. И все у нас будет пушкой. Все, поехали. Поехали. Ищем, ищем именно Тини. Надо Тини сбить стрик. И начинать пушить. Для Тини тут одни кормы. Корма чисто. 1-4, вот. 2-5. Ага, вон он. Гоу-гоу-гоу, я иду. Забайте. Не надо с бэкстеба его ударить. Ой, это будет крест. ГГ. Жесть, что я творю. Это Баланар. И в лес сразу. За ультракиллом, за Рэмпейджевичем. Девы, 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 девы. Так, стрик идет еще. 5, 4, 3, 2, 1. Жаль, что не ультра. Но я пытаюсь. Так, главное, что Тини убили. Это такой момент. Это такой момент. Главное, что Тини убили. Это уже радует. Рошу можем. Маны нету, правда, у меня. Поможем. Леорик не хочет. Ночь сейчас уже кончаться будет. Душим. Жалко, что кончился. Кончилось время. Но я даст и заезжаю, я возьму. Все хорошо, гоу на базу. Отлично, мы очень много выгонгали за эту ночь. Я на базу. И гоу. Гоу. Пико. Писо, это ты? Писо. Писо. Типа Пико, как модератор. Писал. Так, ну что, у нас на самом деле такое. Сколько? 21 фраг на 22 минуте. Че, в Радиенс, ребят, или в Блэкинг Бар, или в Армор? Так, ну сейчас у нас денек, все. Пассивное время пришло для Баланара. Орбу можно, в принципе, уже продать. Будем выходить в Абиссал, друзья. И надо искать жертвы под ультимейтом. Радиенс не хочу делать, не знаю почему. У Леорика тоже очень много, посмотрите. Да, много крипов на центре. Все, сейчас денек. Постараемся активненько не играть. Попробуем пассивненько. Если сейчас нападает на Леорика, то мы нажимаем ульт и тогда помогаем. Аккуратненько. Двигаемся по карте. Смотрите, никого на карте нету. Они по-любому сидят в лесу. Ну, логично. Тут даже мобхаки никакие не нужны. Сидят в лесу, пацан. Можно, в принципе, забежать, нажать ульт, там, пробежаться. Ага, вон. Два героя. Полночь. Нажали мы кнопочку. Побежали. Там Леорик. У меня дастов нету, прикиньте. Я дасты дома оставил. Лотар зашел. Лотар зашел, равно неуязвимость. Стой. Дайте сало дам. Ля. Хороший купол. Я тут умру по-любому. Чалька. А ты тоже умрешь. Ты что так долго рез?
Оп. Все, день, ел западня. Единственный мой вариант — это уйти с ТПшки. Единственный вариант. Успею, интересно. Я тропал, если я уйду. Да господи, как я ушел. Лол. Как я ушел, ну серьезно. Как я это ушел здесь, лол. Жесть. Ну я не должен был здесь уходить, друзья. Я должен был здесь умирать стопроцентно. Тини просто побежал на легкую добычу на снайпера. Молодцы. Ребят, не забывайте подписываться на канал и смотреть видосики, которые уже вышли на канале. Для того, чтобы быть более осведомленными о том или ином моменте любого персонажа. Ребят, не забывайте, что у Тини там, блин, столько плюшек тоже при ультимейте. Когда он прокачивает ультимейт, тос улучшается. Покупаешь аганим, еще сильнее тос улучшается. Там начинаются жесткие буста. Об этом вы где можете узнать? Конечно же, только на моем канале можете узнать, друзья. Вот вам как бы и... подписочку оформил, знаешь больше. Вот, ну, Баланара тоже узнали фишки. Ну, написано, что на 25% уменьшает Vision Enemy. Но, к сожалению, не уменьшает. Не понимаю, почему тут не работает на этой карте, но... видимо, значит, так надо, друзья. Тоже. Ну, вроде все, порекламили сами себя, друзья, рели. Не забывайте, фанового контента очень много, гайдов тоже очень много. Поэтому, если кто-то смотрит до таких моментов, как сейчас, 25-я минута, то, я думаю... будет вам благодарочка за то, что смотрите видосы от души, ребят. Так, ну что ж, продолжаем. Чем мы будем дальше брать? Я хочу очень сильно сатаник сделать и сделать какой-нибудь скади еще. Давайте сделаем сатаник скади. Чтобы с войдом конкурировать еще. Балнар будет очень быстро бить и очень хорошо отхиливаться. А кто там на речке? Войдик. Ага, на миду цепляет у нас Леорик. А я знаю, где войд будет фармить. Вон там на кемпе. Поехали, задушим. Он его с ульты вытащил. Ля, на миду файт, да? Войд на миду. Опа, тут Тини. А мы в латар зашли. И нас нету уже. Смотрите, драку слили, ребята, там. Ну, Тини тут на рунке. Не вижу смысла сейчас вылазить, нету ночь. Давайте подождем немножко. Вообще БКБ бы тут сделать. Ждем. Ждем, сейчас 18.00 будет, и я начну в спину атаковать их. Все. Началась. Начинаем выходить на охоту. Кто там у нас один отсеется? От всей группы. Ага, вот ребята, гоу. Вот этого пацана. Сначала первым. Первый парень. Задушили пацана и отошли. Сейчас пойдем в лес еще. ПТ-шку на инту оставляю для того, чтобы лучше продамажить. Кто у нас тут? Джага. Джага пойдет, наверное... о, Войда лучше. Боже, просто ночной убийца. Соло ловишь кого-нибудь и убиваешь. Оу, Тини. Ну, сейчас сало будет, бро. Сало будет и задушит. Так, ПТ. На. Вот эту штучку. Это плохо. Ладно. Пойдем. Пойдем. Слишком много их тут. Хилимся. У меня три урны накопило. Сейчас захилимся, ПТ на ловкость. Не-не-не. Держи. Хорошо. Сатаник надо, друзья. Сейчас вместо урны сатаник будем брать. Ночь по КД юзаем. Забыл я что-то. С этими мувами. Давайте топ-тавр заберем. Он тут лох повый. Отхилились полностью. Все, хорошо. Можно аккуратненько продолжать дальше блейдить. ФС. Все, let's go. Аккуратненько надо. Тут аккуратненько надо в лесочке. Гоу, лотар. Парни, я думаю, тут варды поставили. Ага, вон дазл был, по-моему. Дазл, кто-то еще. Хорошо. Бедный дазл всю игру вардит, саппортит. И я думаю, его таким говном поливают. Ведь ты типа фидишь только и все. Но он пытается игру делать. Ребят, это саппорт пятерка. А тут видите, Баланар заряженный. Страшный. От него, конечно, нужно спасаться. Гоу, тавер. Ловер, гоу.
Я за тавр забегу пока. О, кунка. Он на кресте, наверное. Сейчас будет возвращаться. Ага, нет. Отойдем. Ну, иду. Хорош, но это ГГ ему. А мне тоже, походу, ГГ, да? Хорошо. Хорошо. Ночь опять юзаем. Сейчас Абиссал купим, наверное. Хотя нет, давайте сатаник сразу. Сатаник. О, можно тавр побить им на миду. Гоу. Гоу. Оу. А вот я что-то прогулял. Он что, байбекнулся? Ой-ой-ой, как же я так. Как же я так прогулял. Убьет его, наверное. А, не убьет. Убили. Молодцы. Молодцы. Да, он байбекнулся 100 секунд реса. Блин, рано на ХГ пошли, да, друзья? Ошибка моя. Не увидел, что Тини реснулся, что он байбекнулся. Конечно же, и погиб я. Я погиб. Так, берем. Место урны. Доминатор. Плохо, когда я ночью в таверне сижу. Время идет, а в это время надо действовать. Так, Лотар у кунки появляется, это плохо. Но надо будет дасты носить. Дасты, дасты, дасты еще. Пуджик, брат, можно попрошу? Возьми варды, поставь. И будет... Упс. Ты молодец. А так, похвалим. 4 варда. Вот так вот попросим. Забираю свои айтемы. СФ Тараска просто. Ля, Лотар Тараска. Все. Что еще нужно для полного удовольствия? Так, я реснулся. Хорошо, продаем урну. Берем доминатор. Побежали. Юзаем ночь. СФ сейчас умрет, скорее всего. У него, несмотря на то, что Тараска... О, дасты подъехали. Долгожданные. Ля, он будет драться. Будет драться, он жирный СФ. О, хилочку сразу разбивает, продолжается жесткая драга. Джага начинает крутиться, СФ раскастовочку дает. У нас тут продолжается жесткий файт, подключается войт, и начинается станы, баши. Все, вот этот джиггернаут не умирает у нас с ультимейта. Бедный СФ, но он пытался. Боже, нормально откомментил вроде, неплохо. Прям жесткий файт, жесткая драка. Го-го-го, надеюсь, я успею с Лотар Сейджем бахнуть бэкстеба. Сразу сайленс. Уф. Хорошо. Оба, отлично. Отлично. У нас есть один дастик. ПТ всегда на, блин, на ману ставлю. Даже не обузю, в принципе, не знаю. Убивается так. Все, пуш, молодец, вардит. О, сатаник сейчас будет, друзья. 1100 уже. Опа. Опа. Давай, вылазь. 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 Да что мне так везет с бэкстебом? Видели? Бэкстеб стан сразу. Бэкстеб сразу стан. Так, ультуем. Ночь есть. Ультуем, ночь есть. И Роша есть. Роша есть, парни. Угу, вардик вижу. Армлет можно будет заменить. Сейчас сатаник. Опа, сатаник летит, это хорошо. Так, 33-я минута игры. 30 фрагов, нормально. Сейчас пойдем в лес Тиника гангать. Have an idea. Блин, плохо, что у меня не будет, конечно же, детекшена на... Тиника. Это очень плохо, братцы, но ничего не поделать с этим. Душим Рошана. Можно армлет даже не выключать уже. Очень отхило много. О, еще и с Леориком, конечно. Бери. Хорошо. Все, я в Лотар, на прочек. Ага, кунка идет. Гоу, кунку убью. Кунку сейчас убьем. Быстренько.
Жесть. Ночь. Как мне везет бэкстеп баш, да? Видели сколько раз? Прям везение в этой катке. Бэкстеп баш сразу. Хорошо. Так, ну что, будем драться за хайграунд. По идее, они сейчас тут проиграют. Оу, я пробегусь к лесу, посмотрю, может кто-то тут зафармливает. Бедненький какой-нибудь паренек. А, на миду драка, все, они все на центре, гоу. Войд пришел. Успею? Нет, не успеваю дать ему сайленс. Эх, я еще и в купол зашел. Душу. Эх, не додушил. Лё, сатаник. Душим. Опа. Идем. Нет, все. Душим. ХГ. Ну, ХГ заслужен наш. Просто заслуженное ХГ. Отлично. ХГ просто заслужено наше. Оба. Лотар зашел. Успею? Баш. Хорошо. Жесткая катка, молодцы. Хорошо сыграли. Прям. Отлично. Так, ну что, берем себе еще вот такую вот штуку. Войд, конечно, там такой себе. Но вот Войд не метовый на этой карте, поэтому как бы винить Войда в поражении. Тини молодец всю игру. Убивает всех. Еще, у нас еще Аегис есть. Так, вон он, Джага. Джага, блин, сало может теперь скидывать. Но мне пофиг, в принципе. Оба, побежали на топ. Ну, в принципе, он его сам убил. Ай, какой мисклик. Ля, посмотри. Ну, я заберу его. Я его заберу сейчас. Я его убью просто. Да. Сейчас ультовать будет, да, походу? Опять баш бэкстеп. Да что такое? Ну, мне так везет на эту тему. Так, все, день, ребят. Пассивочка, пассивочка офнулась. А там файт продолжается, Тини. Увидели молнии, полетели красивые. Прям пушечка. Я топчик побью пока. А че еще какой-нибудь артефакт хороший купить? Го, бабочку купим. Бабочку. Бабочку купим. Можно кирасу. Вообще желательно тут кирасу брать, потому что тут, видите, все дэмэджем вносят. Пусть парни дефнут, я хочу еще один слотик купить. Чтобы было классно. 1800 есть. Я, пацаны, колодцы бью. Сорян. Я хочу еще один слот купить. Прошу прощения. Хорошо. Для пущей картинки, братцы. Для пущей картинки. Но сатаничек, смотрите, какой Сильвер Эйджик. Ману, блин, оставляешь на этом? Че, заберем Джагу? О, Дазл там еще. О, Джагу. Просто задушили. Хорошо. Задушили. Заберем вот тут этих крипочков и пойдем дальше фармить. 3300 есть, сейчас еще 1800. Бля, там Тини что делает? Буйствует. Но если Тини сейчас умирает, это ГГ. А он умрет тут. Да, он умрет. Тини погиб. Тини погиб. Так, ну что, бабочку, бабочку, да? Надо бабочку, да, фармить, друзья. Чуть осталось. Лесочек иллюзии. Хочется добить бабочку для красоты прям. Прям хорошо будет. Ой, все, денек, слабенько бьем, слабенько бегаем. Оп, хорошо. И 1000 остается там с копейками. 1000 с копейками. Опа, хорошо. Вот, иди сюда.
Хирас там у кого-то. Хоть еще, парни. Чуть-чуть остается. Копеечки. Да, и тема. С бабочкой будем очень быстро бить, очень быстро хилиться, и по нам не будут попадать. Круто же. О, вот сюда в магазик как раз сейчас доберем. 1800 остается. Боже, иллюзии там разносят просто. Да, там нанизу сейчас драка будет, да? Че, лунные колодцы еще побьем? Барак не буду пушить. Хочу дофармить себе слот. Все, есть. Есть бабочка. Все, можно и табор забрать. Все, полная мощь Балонариуса идет. Друзья, ну вот такой вот у нас фановый контент. Серьезная каточка на Балонариусе. Блин, вообще сейчас день, не очень хочется днем идти душить. Друзья, вообще вместо бабочки можно кирасу или БКБ сделать в такой игре. Просто тут... О-ля. Просто тут видите, какая каточка. Ой, сало не успел дать. Ля, там Этериал сходу в него залетел. Ля, дизейблят. Так, ПТшку на инту. Отходим. Сейчас полную силу как начнем душить. О, вот так вот. О, смотрите, что он делает на тине, задрот. Я хз, парень. Оно что снайпер слабенький на этой карте, братцы. Ладно. Задушиваем крипов. Сатанечек. Оп, фул хп. Отлично, просто классно. Просто классно. Скоро ночь будет. Сейчас ночь. И гоу. Можно пойти подраться. Ля, как душит. Let's go. Сейчас как ему задушим. Я серьезный вообще Балонар такой, с нюков стиляю. 5-секундные касты. На канале в Ютубе подписывайся. На канал в Ютубе подписывайся просто. Жесть. Жесть, как она есть. Иди сюда, сладенький. Пичку. Пошла мясорубка. Вот это я задушил. Жесть. И стримы, и гайды, брат. Все есть. Welcome. Ребят, ну вот такой вот Балонар у нас получился. Не хватает еще немного Муншарда. И, в принципе, фуловый вот такой Балонарчик получается очень интересный. И далее мы, конечно, сыграем, заменим вот эти артефакты, скорее всего, верхний, на Октарин. И, конечно же, огоним. И постараемся гангать еще лучше. Но я думаю, лучше, чем в дэмэдж, вот так как тут не получится немного. Спасибо всем ребятам, кто тут катал. Реально, молодцы все, как бы душили. Тини хорошо, кстати, сыграл. Две кнопки нажимает, убивает. Ничего сложного. Мне понравилось, как играл Дазл. Хоть несмотря на то, что он фидил очень много, но он делал свое дело. Он реально делал свое дело. Он старался не фармить, а ставить вардики и старался помогать своей команде. Кресты раскидывал. Но видите, тут немного не повезло. Немного не повезло с Войдиком. И, конечно же, не повезло немного с Джаггернаутом, я считаю. Потому что, ну, хотя он правильный артефакт собрал, просто герои тут, Войд и Джага, они намного слабее. Друзья, вот такая вот каточка. Надеюсь, вам понравится. И поехали некстовую. Так, ну что, парни,
Ну, загрузились мы. XLTB-шка. Сейчас побаним, кого мы не хотим видеть. Вот этого баним. И поехали. НС сразу заберем. НС банить по-любому не будут. Максимумок. Максимумок. НС банить по-любому не будут. More gold is required. Сразу пикнем Баланара. Пуджа можно прикольно троллить, он рот только включает. Сразу оп, сало ему, он не может выключить, дамажит сам себя. Классно. На их. На их. Жесть. Все рандомят, пацаны. Сейчас будет очень потная, походу, такая прям разъяренная каточка. Так, ну мы тут должны собрать Октарин и, конечно же, Аганим. Я не понимал. Берите танков. Танков берите. Сейчас такие танки выезжают. Тут, тут, тут такие. Не пифи мне. Не пифи мне. Так напишем. Не пифи мне. Сейчас по игре посмотрим. Не пищу тебе. Я всегда хочу, чтобы не палился я такой. Блин, плохо будет, если нужно будет собирать Аганим. Ну, будем Октарин в курочке носить. Да, чтобы ночью звать. Октарин быстренько, хоп, закинули в курочку. Оп, тык, тык, тык. Я видел это во сне. Понимаете, как это было? Сайленсер еще. Гукая утка. Yeah, we are. We are. Meat. We. Керри возьмите. Хоть одного, пожалуйста. У них там есть керри, они там в любом случае, если игра затянется, а игра по-любому затянется, они будут душить. Вообще виндранг от виндранга, конечно. Войт. Слабиуч. Так, ну что? Что берем? В дефолт, наверное, пойдем. Don't waste my time, как говорится. Чуть громче звук сделаем. Вот так вот. Have an idea. Руну на низу, гоу. Помогите. ББ будем? Не знаю, будем или нет, но don't waste my time. Так, потничок будет, походу, МКБшка нужна будет. Если что, курочку себе отдельно возьмем, или будем Октарин в курочке носить. Чтобы, если что, юзать. Игра может очень сильно затянуться. Посмотрим. Кенсел. Don't waste my time. You have an idea. Right. Right. Of course. Хороший герой. Прям вот радует. Сейчас, как и обещал, будем собираться по интересной страте.
Отлично. У нас будет ночь идти по 8 секунд, чтобы вы понимали. По 9 там. 9 секунд ночь будет идти. А потом опять ультимейт будет. Это будет жестко, конечно. Это будет жестко. Так, виндранка на центральной. Это не есть хорошо. О, у нее сапог Человека-паука. Верни. Wake up, time to die. О, Войт, ты что? Заруинил мне крипа и пошел дальше. Классика жанра. Люблю таких героев. Да ты фарми, не отвлекайся. Фарми, не отвлекайся. Как направить на вот этого крипа, который был сейчас там, между пачек? Напишите гайд Кинезису. Мне нравятся у него такие тычки ласт-хитовые, серьезненькие. Решил потанчить всю кутерьму. Ребят, первым айтемом сапог. Тут через сапог. Первое. Первый момент это сапог. Сало. Возьмем. Тут, наверное, войд будем раскачивать. Промах там вылетел. This one is mine. Точка. Ночью будем разминать его. Пока следим за временем. У нас еще 2 минуты фарминга. Это опасно он делает. Опасно. У него там 2 промаха такие бесячие было. Так, ну что, давайте в ботл в этой катке. Тут будем играть очень агрессивно. Скоро 4-я минутка. Я думал, ей сало дать, чтобы она еще раз по крипу могла промахнуться с 10% шансом. Ну там 10% по-любому не зарешали бы, но... Бедная виндранка. Будем войда раскачивать тут. Будет круто, думаю. Так. Ага, на топе один герой, значит, возможно, он пошел за руной. Поэтому не будем рисковать, заберем ее сразу. Так, третья минута. Пошла. Главное следить за времечком, друзья. Оп. Тебя твой же армор подвел, братан. Оп, пол хп. Будем раскачивать войда тут. Тут нужны нюки. Если в тех хатках мы бегали, просто. Так, урну надо. Да, быстренько нафармим. И 30 секунд, и поехали. Сейчас надо будет отойти. Кату добиваем и отходим. Все, поехало. Hunter in the night. Опа. И поехало. Найс. Вот тут крипчиков поддобьем. И поехали. Все, Void Rasmaction. Это хорошо. Ультанем. Побежали на низ. Парни. Низ. Ага, рунки нету, Г. Рунки нет, но есть заряд урны. Это хорошо. Прям под тэшку можно будет нажмать. Кушаем тангусик перед файтом.
Хорошо. Третий в раскачку. Кушаем хилочку. И поехали дальше. Отличный ганг. Свежее мясо. Давайте сапожок хотя бы апнем. ПТ-шечку возьмем. Там Найкс в лесу где-то. Хочу ПТ-шку, орбу. О, вот так вот. Покажу еще раз, как надо обузить. Возьмем ПТ-шку на инту. Держим. Гоу, ищем парня на Найксе. Медленный, правда, Баланар, когда третий раскачиваешь. Все равно. Так, вот тут будет сейчас Найкс. 100%. Хорошо. Добиваем одного большого, уходим. Нет смысла нам, так сказать, don't waste my time, не трать мое время на этих крипах. Можно опять на низ сейчас выйти. Здесь там руна. Иду. Загрызут. Загрызут. Куда отблинковался? Куда отблинковался, антимаг? Рассказывай. Беготня. Наверное, но здесь его я бы увидел. Я думаю, так. Я бы его увидел. Странно очень. Ладно. Ладно. Их там вард стоит. Так, ПТ на ловкость. Хорошо. Отлично. Боже, как же гангает этот герой. Как там еще и фидят? Да, команда фидорасов. Фидорасов. Нифига новую новое слово придумал. Беги. Есть прыжок же. Сейчас куру за... Ой, куру, руну заберем, ТП-шку делаю. На первую ночь армлет выгангаем, походу, да? Эх, вот это начинается тут веселье. Танцуем как могем. Господи. Господи. Отлично. Хорошо. Отлично. Просто пушечно. Так, ну и что? Первая ночь подходит к концу. Вроде идеально, все пушечно. Дальше идем в Аганим, чтобы не париться этим гангом. 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 Команда у меня не сильная. Видно, что никто не овнит особо. Только крипчиков могут поддобивать молниями. Хеллтавр хотя бы заберем. И Виндранку надо будет найти. Она сама пришла. Отойдем. Все, наступил денек, братцы. Аккуратненько пассивничаем. Не знаю, зачем я туда ТП делаю. Ладно, постоим тут. Все, стоим тут. Стоим тут, ждем. Следующей ночи. Эта ночь у нас была очень активная. Выгангали. Сильный артефакт. Так, ну у нас на самом деле есть ультимейт.
Ультимейт есть. Успею, интересно. О, це вкусно. Це вкусно. Предательница. Просто, ну я ее не видел. Да, найс. Зачем я на это повелся? Ну, армлет выключил, собирался захилиться. Сори, а там Ката стоит в кустах, но я что-то угулял этот момент. КЗ. Вот пацаны тоже могли тут поддушить с этой стороны. Ладно, моя ошибка, безусловно. Я пошел зачем-то, отдал стрик просто так. Ладно. Нафиг я туда пошел. Нафиг я туда пошел. Ладно, сассируем дальше. Аккуратно, пассивненько фармить. Так вот. Только проблема, там керри. А у нас Войд. Я не верю в победу с Войдом, конечно же, но... Но мы постараемся. Штагер купил. Хороший артефакт для пуджа. Ни хрена не видно, приходится аж спускаться с лоу-граунда. Сейчас будет. Так, пуджик дагер купил. Хорошо, рунка. Сколько там до ночи? 50 секунд. Фармим тут лесочки. И ночью пойдем делать дела. Го, ну го, я не прочь. Там, походу, варды есть, не знаю, он так уверенно постоянно уходит. Да, потная будет. Потная будет. Потная будет. Хорошо, есть у нас ультимейт уже. 1300 золотишко. Жаль, у них в лесу стоит вард. Вот здесь вот прям. Я не верю. Прям вот. Майкс пуч. Лобалка. Хорошо, пойдет, хоть так. Хоть так. Так, ну, наверное, блин, я не знаю. Тут такие артефакты надо собирать для победки, на самом деле. Жесть. Что хз? Нагоним сейчас сделать. Я бы лотер сделал. Сделал бы какой-нибудь МКБ и душил бы. Чалька. Ладно, гоу через лотерс. Это первый артефакт, который у нас будет. Дальше будем пушить. Антимагу будем отключать пассивку. Войду оставим покушать. Понимаю. Зачем? Пойти надо. Вот так вот делаем. Ну, му. На Зевсе. Дурачок, конечно, на Зевсе. Тотальный. Найкс армалет. Это плохо. Загреш. Хорошо.
Бежать надо, скоро ночь. А пока денек. О, сайленсер. Ну я тут не пройду, извините. Там слишком тупая ситуация, туда идти. Слишком опасно. Боже, там столько крипов, я туда если зайду, оттуда хреново будет выбегать. Так, с Мадлесом душит. А, они сейчас пятером соберутся, начнется вот это. Сейчас лотар сделаем, будет попроще. Вместе. Пожалуйста. Я сам не смогу их победить. Тагер, Эндранка. Добили на миду тавр. Тут жабы выехать. Блин, лотар нужен. Вот лотар бы добить, копеечки остаются. С лотаром мы будем и вардики. Вардики бы поставить. Было бы хорошо. Так, ночь. Продаем вот это. Отлично. Так, вот зайдем. Ночь я вижу как днем, только, ну, ХГ, лоу-граунды, конечно же. И так все. Прекрасно. Аганим бы. Было бы круто. Антимаг на миду, ВГ. Связал все равно с крипом. Отбегаю, все равно вяжет. Антимаг молодец на макре. На макро понимании. Собрал ВГ. Вместо бестолковых артов. Хорошо, гоу. Отлично. Успела таки. Пойдет. Потушую. Найкс тоже убьем. Ля, там армлет мастер. Побежал. Вот так вот. Хорошо. Тавер, парни, заберите. Маны нет вообще. Я заберу. Хорошо. Так, что у нас там? Пуджи резнулись, да? О, так, что у нас тут? Сейчас по-любому кто-то придет наглую дефить. Ладно, я не буду тут сильно стоять. Внизу фарм уходит у нас. Фармит. Ранка. Хилимся. Блин, а низу столько фарма уходит. Ребятки, вы шо? Стаки. Жесть, керри нету просто. Не хотят дефиться. Просто низ, жесть, сколько крипов страдает. Ладно, так, что с Найксом будем делать? Если они начинают бустить, это, конечно, Найкс серьезная проблема становится. С Маднесом. Как бы это глупо не звучало. О, это потная игра будет. Пешку. О, понимаю. Десятером на миду стоят, пацаны. Блин, варды попросил, варды не хотят, ребята, ставить. Не хотят просто. Войду ГГ. Ну куда шел, понятно. Войду ГГ. В пятером парни собрали, сейчас Т2 пойдут. Мы тоже пойдем в Т2.
Будем Т2 душить. Гоу дальше, 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 дальше. Пусть на ТП уходит. Салаватар. Даст будет. Души его. Хорошо. Б. Пэрка пришла. Чалька. Хорошо. Антимук, пофарми, бро, где-нибудь. Антимук. Ну у него лотар. Одну тычку, эх, не дал, выживет. Если бы одну тычку туда стал, выжил бы. Ой, не выжил бы, наоборот. Все. День, я бестолочь. Тяжело будет сейчас. Вот лук продать. Дасты надо носить. Так, хорошо. Ситуация в игре напряжная. Берем аганим. Должны выфармить. На базу go. Так, за аганимом пойду как раз. И дасты куплю. Парды надо, парни. Купите. Так, есть. Хорошо. Дасты я взял. Против сайленсера. Нужно сейчас апнуть. Лотар будет. Дальше Баша против Найкса. Должны выигрывать. И должны уже катку заканчивать. А, вы тут в десятером идете. Окей, я вас понял. Мид 5. В центре. Понимаю. Бойца потеряли. О боже. Просто меня убивает и все. Просто убивает, пацан. Блин, ну день, жесть, ну что я сделаю днем? Блинк есть же, нет? Что такой наглый? Жесть. Мирана рак, он не будет вардить, походу. Походу надо мне, ребят, 1x9 тут выходить. И вардинги, и все делать. Это все очень печально. И это очень не нравится, потому что команда совсем не хочет делать ничего. Парни, я вас прошу последний раз. Если вы не начнете вардить, мы проиграем. Хотя мы уже проигрываем. Они этого не понимают, видимо. Это очень печально. Уговариваю варды ставить. Господи. Жесть, конечно.
Соло, да, не выиграть. Правильно Пуч пишет, но я постараюсь. Гоним. И Октарин сейчас надо сделать, ночью будем бегать. Пуч вардит, походу, да. Так, ну, ходим АФК просто, потому что я просто невозможно уязвимый. Конкретно сейчас. О, минус Акс, да? Нет смысла идти, я пойду на низ, блин, даст. Уйдите. Нет смысла. Да, они чисто это толпой вот это они будут месить нас и все. Будем в спину заходить. У меня байбека нет, это плохо. Я низ сейчас побью немножко. Прилечу. Байбек неоправданный, но я думал, будем забирать и забыл, что у меня ошибка, короче, безусловно. Смысл тут говорить, что это не ошибка и тому подобное. Печальный глиф в моем исполнении. Уходят. Хорошо. Убивайте. Бейте. Их два. Аднес. Я его убью соло. Хорошо. Соло я его убью. Отлично растянул, я скажу вам. Хорошо. Я их отлично растянул. Все, ночь по КД. Go Октарин. Выфармим. Куру забрали. Мирана куру забрала. Понимаю. Классическая кат. Как она связала? Ну серьезно, я специально еще отошел. Хорошо. Хоть так. Лучше резнулся. Вторая ночь. Хоть одного большого динозавра заберет. Хорошо, забрал. Мужчина. Душим пацана. Надо Лотер Сейдж ждать. Хотя пофиг, гоу. Вижена хватает. Он в лотаре уже. Пропусти меня. Уж. Да, то, что Вижен огромный, это да. Я соглашусь. Дранка душит там. Эх, ты, Войд, мог убить. Хорошо. Пойдем. Да как ты вяжешь так? Я ору просто. Я специально даже отхожу, это невозможно просто. Это невозможно. Я даже специально отхожу, она разворачивается и подвязывает. Ах. Соло я не могу. Я в шоке просто.
Как же ж она, блин, она реально меняет положение, ну сами посмотрите. Просто она, как вообще это возможно, я не понимаю. Да уйдите на ХГ. На ХГ уйдите. Плиз. Что вы как эти, ракушки. Просто на ХГ встаньте и все. Да. Все, минус 4 тиммейта. Помоги. Боже. И вот сейчас тоже туда же. Потно. Ладно, не сдаемся. Я еще верю в победу с такой командой, но я вижу, что тут игра катится просто. Катится игра просто. А че ты стоишь? А, дизарм. Опять связала. Да что ты будешь делать? Пайбэк я не буду жать. Боже. Дизарм. Молодец, дизарм сделал. Вот почему у меня в команде, ребята, не думают о таких артефактах. Акс, ну цепляй. Нажимаешь агр, нажимаешь БМ. Душите вместе, толпой. Пытаетесь убить. Войд подходит, добивают, все. Молодцы. Ура, ура. Молодцы. Молодцы. Ну, минус мид это очень плохо. Я не знаю. Очень плохо. Войд, ТП на низ сделай. Слепошара. Блин, мне БКБ тут нужно, мне нектарин нужен. Нужно БКБ. А у них сейчас там уже по 6000 голды сверху за то, что они разбили нам мид. Какой смысл тут дальше играть, в принципе? Сейчас там просто, я не знаю, я хотел через нектарин сыграть, а тут урона нету. Бесконечную ночь делать. Тут урона нету в команде. Оу, что делать? Бери. Да я ему промах вешаю, что-то бей его просто и все. Блин, это такое потное дерьмо, если честно, когда 4 игрока не доигрывают. Прям Войд, ну Войд хрен с ним еще что-то будет делать, но ему нужны слоты. Ему нужны слоты. А, все, минус. ХГ. На ХГ. На ХГ, уйдите, плиз. Ладно, гоу. Окей, пофиг. Если сайленсера убить, будет хорошо. Угу. Успела нажать Виндран. Окей. Виндран успела нажать. Я еще живу. Я еще живой, я розовый и теплый. Купола не было. А че ты купол жопишь, собственно? Почему ты купол не ставишь? Раков не понять. Раков не понять. ПЗ.
МП не было, понимаю. Так сделай так, чтобы МП было. Продлеваем, продаем. Отлично. Пешечка. Гоу, прогуляемся. 4600 есть, но я целиком Октарин буду брать. Или Soul Booster сейчас возьму в магазине. А, куры нету. Потма куру забрала. Макуру забрала. Зев специально это делает, походу. Руинит. Он, видели, Юлом специально поднял зачем-то. Я уже замахивался добивать, так поднимаю. Все, денек, ребят. Сосай, кусай. Лайку. Ночь ждем. Септер. Ну, буду долго бить ее. Жа. Вы уйдите. В принципе, ночь можно так и по КД и днем жать. Отлично. Так, ну что? Только каждые 8 секунд будут у нас моменты такие, что нужно... будет прожидать это время. Хорошо. Войд, конечно, жесть, голый. Но мы проиграем им драку 5 на 5. Они этого не понимают, походу. Б, зачем там драться? Боже. Опять. Я в шоке. Меня тут видят. Боже, Пизар. Я должен убегать тут. Боже, они как кошки-мышки просто. Я их вижу. Мне плевать тупо. Уджа пойду цеплять. Отлично. Нечем сбить. А, что декаешь? Рано декаешь. Жесть. КГ мы не зайдем. Так, ночка. Топ тавер. Хотя бы. Топ тавер. Хотя бы. Минус 5 перевернули каким-то образом. С помощью Войда. Войд молодец, хоть купол сейчас поставил. Золотишко, интересно, поимел хоть чуть-чуть. 800. Не понимаю. Радует это то, что парни начинают что-то делать. Ну, потно. Надо продавать шмотки, покупать что-то более жесткое. МКБ нужно. Сатаник. Боже, я деф. Приходится глиф юзать, чтобы товары оставались. Вредим, непобедим. 9 секунд до ночи. Нужно по КД, в принципе, жать с Октариновсом. Его продадим. Дасты. Надо доминатор все же брать. Парни по топу пойдут чисто. Сейчас по топу пойдут парни. Надо... драться. Блин, удастся продавать вообще не хочу, жесть просто. Так, мне надо за крип скипать. Слишком много крипов там будет. Крип скипать, пусть здесь все. Сало.
Они уже топ, естественно. Естественно. Фармить тут будет сейчас. А, не будет фармить. Хорошо. Ох, найс. Просто идеальный купол. Отлично. Дизарм кинул. На. Отлично. По топу просто можно толкнуть. Идите. Я топ толкну. Неплохо. Войт молодец. Идеальнейший купол сейчас подставил. Жесть. Перебороли мы вас такие. Жесть. Перебороли такие. На характере. Характере. ТПшечку. Я по топу пойду. Хорошо. На характере. На характере. Рили, я хз. Станик возьмем сейчас, наверное. Жесть, каточка, конечно. Б. Б. Отойдем, парни. Б. Оу. Ах ты. Отойти. Надо отойти просто и все. Нам не нужно тут драться. Б. Б. Эх, если псала не дал. Сюда. Куда пошел? Я собью тебе, тик. Засуицидится. Молодец. Оу. Иди сюда. Дизарм. Хорошо. Ночь кончилась. Оля. Роша. Роша есть. Так, пока не жмем ночь. Так, что нам нужно? МКБшка. Гоу. Сакура полетела. Бэшка нужна. Хорош, Войт. Да, потная игра. Я не думал, что настолько будет потная. Но и это этим, так сказать, это меня радует, что потная игра выходит. Но мы перебороли Найкса. Такая, на нервишках немножко игра. Я надеюсь, вам она зайдет. Взяли мы вот МКБшку. Будем бить больнее. И можно заменить у нас еще армлет на сатаник. Сатаник вместо армлета — это пушка. Иду. Иду. Надеюсь, никого тут не будет. О, дабл дэмэдж. Отлично. Соло. Не буду добивать. Так, ну что, я готов. По миду можно. По миду. Можем по мид. Кого я прогуляюсь? Блин, сильверуху бы доделать. Хорош. Пашер. Я на себя троих откайтил.
связал, но я умру тут. Не помогут. Давай, давай. Отлично. Отлично. Вот такая жесткая игра какая-то получается у нас. Дэшку. Курочку вывели. А нет, Эшку. Отлично будет. Хорошо. Сейчас сатаник еще докупим. Чтобы вообще в драке нам пофиг было. Виндранка молодец, посмотря на то, что плохо мид отстояла. В общих чертах прям хорошо. И Актарин, я считаю, что мне очень много помогает тем, что прям драки постоянно под Актарином. Драки под Актарином — это пушка. Парни Гобе. Войд молодец. Все-таки надежда была небольшая на Войда, но он, так сказать, сделал. Он сделал. Молодец. Прям мужчина. 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 Скажу честно, не верил. Тебя. Ты молодец. Молодец. Да. Да. Просто Войд тут слабее. Ты хочешь? Не, я все. Аж гайд. Отлично, собрали то, как я хотел собраться. Все по топу. Ильса и го топ. Все, ночь пошла. Юзаем. Жесть, ночь постоянно, кромешная тьма. Сатаник есть, можно поесть. Жаль, Сильвер не собрал я. Он уже, в принципе, не пригодился мне. Мощь, конечно, герой. Но соло не выиграть, как видели. Соло, если кто-то... Вот ночь, вот почему Аганим ему офигенно. Типа вы берете, кого-то выпиливаете одного со спины. Ага, потеряли Виндранку, хоп, Виндранка мертва. Так и играется. Просто по чуть-чуть вот так вот выпиливается герой и все. Все, просто проблем нету. Блин, ну 5 раз умер — это много. На самом деле, 5 раз это много. Братан, не надо. Не надо. Ладно, буду драться. А, связал, все ясно. Хорош. Я уже под конец увидел, что там гем. Есть. Идите. СПП. Можно было мансануть. Я пошел по дефолту наверх. Как обычно, знаете, типа не мыслишь. Мыслишь обычно, как в играх, надо не идти в дефолт. О, Войд тоже минус. Шарда там. Ой, тоже минус. А чё здесь сразу не ультанул? Ля, крыса. Ля, крыса. Надо было не в дефолт идти влево, но вправо. Но вправо опять-таки. Пуч, кстати, ночью вообще ни хрена не видит. Вот мой косяк. Я проигрался тут. Ждем реса и надо гем как-то выбивать. Но гем... Да нет, тут не в геме надо делать. Просто со спины поубивать их и все. Смысл. Там Виндранка, если свяжет ГГ, тогда так нет толку. 6 раз умер, это очень долго. 6 раз — это очень много. Хотя я меньше всех на карте умер, но все равно для меня это очень много. 29 на 6 — это очень среднестатистически. Нужно получше отыгрывать, как-никак гайды же.
Б. Минус АК 100%. Тут как куда-нибудь вот сюда она свяжет сейчас. А, тут не связал. Вот тут-то с дерева не связывает. Кинем ему это горение. Горение кидаешь и изи уходишь. Блинк, 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 жми, блинк. Блинк же есть. Че ты тянешь? Все, поехали. Там где? Пятером надо. Ранка. Так, чекаем. Может кого-нибудь сейчас выцеплю соло. Я на топе пойду подфармлю. Ура. А, крип большой. Понимаю. Просто стоит крип посреди дороги. Сейчас тут крипчиков заберу. Хочу сильверуху сделать. Вообще. Сильверуху хочу сделать. Хотя уже поздновато, но тем не менее. Дранка, что за ресипи? Уреза. Не пойдет так, бро. Войд там драку начинает. Гоу, иду. Иду. Войда убил сейчас. На изи. Глобалка еще. Хорошо, Сава дал главное. Дранка, иду, иду. Сейчас я ей напихаю. Дай, дай, дай ударить. Дай ударить. А, дизарм кинула. Ля ты свинина. Свинина. Пожалуйста. Хорошо, летит артефакт. Нормально, готовчик. Бэйбэк антимейдж. А, гол топчик. Задушено. Оба. Не вяжи. Я знаю, как ты умеешь связывать криво. Все, Акс не прыгнул, что-то не знаю, хз, в чем проблема. Уши. Пойдет. ГГшка. ППшка. Ну, сейчас просто нажмет виндран и побежит. Ну, такая потная какая-то игра. Блин, не знаю, 30 на 6 парни там молодцы, старались. Эта виндранка постоянно связывает как-то криво, я не понимаю, как она так связывала, но это, конечно, мне не очень понравилось. Хз. Такой себе. Мансуешь наоборот от ее привязки, а она наоборот разворачивается и связывает. Ну, в принципе, тут молодцы все ребята сыграли, отлично сыграли все, в принципе. В принципе, но были, конечно, в начале проблемки с тем, что ребята не хотят ставить варды, надо прям упрашивать. Но я считаю, что бесконечная ночь, конечно же, в этой комбинации очень жестко, друзья. Постоянно ваших противников держать в таком, в невидении ничего, это круто, это круто. Друзья, ну вот такой вот гайд получился на Баланар. Не знаю, ставьте лайк, кому понравилось, и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые гайды, которые будут уже в скором времени. Все, давайте, парни.